Добро пожаловать на канал Hardest Info. Перед нами устройство Motorola DeFi. Сейчас я покажу, как на этом устройстве удалить и как добавить аккаунт Google. Итак, смотрите. Для начала мы заходим в приложение «Настройки», спускаемся вниз и выбираем «Аккаунты». Видим аккаунт, который хотим удалить, нажимаем на него и нажимаем «Удалить аккаунт». Нажимаем «Удалить аккаунт» еще раз. И все, аккаунт был удален с телефона. А как добавить его обратно? Тут же нажимаем «Добавить аккаунт». Выбираем аккаунт Google, мы же Google аккаунт хотим добавить. Разве что вы хотите добавить какой-то другой. И вписываем адрес электронной почты аккаунта, который хотим добавить. Нажимаем «Далее». И вводим от него пароль. Ввели мы пароль и нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее», принимаю. Спускаемся вниз, нажимаем «Принять». Вуаля, мы удалили и добавили аккаунт. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.